Здесь люди молятся Афродите, но до чего же прекрасный вид. Город горшков и блудниц. Только и всего. Кайра! Пустые слова оставь при себе. Hmm.
Этот день прошел не напрасно. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Thank you.
ξυπαίνετε! Ε, τι συνέβη μόλις? Η Μάρκο. Найду укрытие.
Thank you.
Сизиев, не стоило мешать Танатосу. Помоги. Я не могу идти. Выпустишь меня? Я спасена. Спасибо тебе. Свобода! Отнеси меня домой к отцу. Это в порту Кенхрей. Верхом было бы быстрее.
Чего хотели разбойники? Они говорили о каком-то долге. Но я не представляю, что это значит. Ты не встречал их раньше? И если подумать, их лица мне знакомы. Сколько себя помню, на порт, где я вырос, вечно нападала шайка разбойников. Мы на месте. Дом отца. Давай. На! Ха! Давай. Давай. Как зовут прелестного спасителя? Алексиос. Рад встрече. Я Ликинос. Тимофей, а где... Отец мертв. Что? Убит несколько дней. И ты ничего... Нужно готовиться к... За спасение брата. Если... Ты только представь... Все скорбят пар... С тех пор, как Тимофей... Он бился за Афи... Да, недолго. Потерпи. Оставлю думать Тимофею. Поэтому мне нужен Мистий. Ладно, я... По слухам, их... Они запла... Тимофей, тебе нужна моя помощь? Мой отец сражался на стороне афинян. Он... Я должен вер... Нет, по словам моего... Скажи, что это для Диокла. Они дружили... Я достану доспех для погребения. Вперед, Фобос! На! Будут искать. Нужно действовать осторожно.
достать доспех для Тимофея. Книга учета. Отец Ликиноса задолжал деньги их главарю. Его зовут Ифат. Нашел. Тимофей мой... В каком смысле? Не так давно Диокл... Но Тимофей сказал... Ну, он у меня... Я... Я возьму два доспеха. Вот возьми афинский доспех. Нужно встретиться с Тимофеем или Киносом на похоронах. Солнце восходит. Давай. Попробую найти укрытие. Вот и ты. Доспех, который мне нужен у тебя? У меня доспех твоего отца. Отлично. Где? Я ходил в город к торговцу. Доспех никто не крал, Тимофей. Диокл продал его. Ничего не понимаю. Отец не стал бы врать мне. Главное, что ты вернул доспех. Спасибо тебе большое. Рад помочь. Для церемонии также понадобится... Попробую найти. Спасибо. Мистий! Разбойники мертвы. А. Твой отец задолжал крупную сумму. Что его свят? Важно то, что они поплатили.
Теперь можно предаться горю. Думаю, нужно рассказать обо всем Тимофею. Тимофей просил принести еще и масло. Правда? Скоро вернусь. Опасное место. Вот и вино. Поискать масло или пойти на похороны? Подношение у меня. Пришло время возвращаться. Спасибо. Неужели ты так глуп? Больше нужно было отомстить. Покончил? Ты думаешь, что тебе... Алексиос! Ликинос прав. Разбойников нужно наказывать. Возможно, сегодня из-за тебя погиб чей-то отец. Следующим будешь ты. Ты был бы не против. Что? Нет. С тех пор, как я приехал... Прости, Ликинос. После смерти отца приступим к погребению. Я принес и то, и другое. Спасибо от нас обоих. Я сам могу сказать спасибо. Рад помочь. Ликинос, идем. Минут. Я хотел бы увидеть тебя еще раз. Увидимся, Мисти. Thank you.
Что ты задумал? Писать стихи. Конечно. Чудно. Ты же угощ... После всего, что мы... Ты точно не воин, я... Я должен... На кого охотимся? Мне нужна оленина. Давай, давай! Элла! Элла! Что вы творите? Проваливай! Лучше не лезть в бой. Давай. Вот так. Но Ликинусу нужно больше.
Иногда тяжело делать то, что нужно. Ну что, поехали. Этого мяса Ликинусу должно хватить. Чудесный. Воистину. Вот, держи. Славно. Было ой. Я же говорю. Пора, олень. Мне бы... Воин ты. Я... Зачем ты врал? Тимофей всегда... Путь Тимофея был... Боишься, что он... Он скажет, что... Ты чудесный повар, Ли. Ты так и не ответил. Все просто. Я просто...
И все же... Что ж... Именно так. Huh?
Thank you.
Давай.